Валентина Жакун – преподаватель с большим стажем. Работе в 4-й школе посвятила 29 лет своей жизни. Она учитель русского языка и литературы. За почти 3 десятилетия она обучила более 20 тысяч школьников. По словам Валентины Васильевны, главное в профессии – терпение и любовь к детям. Единое, что характерно и для взрослого поколения, и для молодых специалистов, это, конечно, любовь к детям, это любовь к своему делу, творчески, потому что без этих критериев человеку в школе, мне кажется, делать нечего. Потому что учителей отличает прежде всего любовь, доброта, уважение, понимание ученика. И это присуще коллективу нашей школы, который уже стабильно не меняется и творчески подходит к своему делу. Алиса Сокурева в 4-й школе пока только молодой специалист, но, несмотря на небольшой опыт, ей доверили первый кадетский класс. У меня был выбор пойти работать в разные школы города, но я остановилась на 4-й школе, так как мне симпатизирует состав, административный, педагогический. Мне нравится здесь, что организуется кадетское направление, чем я, собственно, и занимаюсь, а также учебный рейтинг школы. 4-я школа может похвастаться не одним десятком новаторских проектов, победами на городских, окружных и всероссийских конкурсах. За заслуги воспитания детей коллектив неоднократно был отмечен на государственном уровне. Мы молоды, полны энергии, сил, творческих амбиций, открыты всему новому. Нам есть чем гордиться. Многое уже сделано, многое чего мы достигли. Но главное – это планы. Это беречь и приумножать традиции нашей школы. Создавать такую образовательную среду, где бы нашим детям, самым главным участникам образовательного процесса, было комфортно, чтобы они были успешными, образованными, воспитанными. Поздравляю 4-ю школу с ее 30-м днем рождения. Хоть я во второй год обучаюсь в ней, школа уже мне понравилась своими учителями и моими одноклассниками. Желаю, чтобы наша школа процветала, чтобы ее звание лучше и дано было по праву. Поздравляю нашу любимую 4-ю школу с днем рождения. Хочу пожелать процветания, успехов в достижении всех поставленных целей, побольше хороших, способных учеников и достойных выпускников. Сегодня в школе порядка 1000 воспитанников и более сотни работников, 60 из которых педагоги. Валерия Ружицкая, Станислав Новокрещенов, специально для новостей.